Не только на весь Союз Советский, но и также за границей. Внесен Пермский судостроительный завод, но тогда тоже весь назывался, временная судоверфь. Байкал-Амурскую магистраль нужно было заниматься перевозками по озеру Байкал. И вот этот буксир был изготовлен и отправлен туда, на Байкал. Также такого типа буксир был отправлен в разобранном состоянии. Частями. Мощности судна хватало. Вот толкач, вот он имеет упоры, и он перед собой толкает целый состав барж. Когда строили трехдечные, когда начали буксиры имели возможность, и наши речники толкать. Тележки имеют домкрат внизу гидравлический. На домкрате тележка поднимается, колеса разворачиваются, ставишь на поперечные рельсы, значит, балки остаются, все судно, значит, полностью встает на поперечные рельсы и идет до ребедок. Это называется косяковые тележки. Косяковые тележки подтягиваются ребедками под судно, эти тележки грузовые выкатываются, включаются вот там вот. Значит, рельсом, чтобы не было перекоса, чтобы не заклинило тележки. Оператор командует, и все тележки плавно начинают опускаться. Отдельно. Секции собирали в закопенительном цехе, это вот там за стенкой. Ворота открывали, все завозилось сюда. И здесь уже из секций собирались блоки по 16 метров длиной. Значит, вот. И потом они стыковались. Это называлось цилиндрическая ставка. А носовая и кормовая конечность. Сварочная горелка с кабелями. Все это тянулось. Значит, она для таких под второе дно залезть, значит, говорить. Поэтому очень высокая квалификация сварочная. Осторожнее, смотрите, по ноге осторожно тут. Как сюда попал? Заказали мы, делали. То есть это дело фашизм делает, да? Конечно, делал. То есть, ну, делал. Сейчас был еще немецкий, 25-тонник, но его продали. Да, замотали, поскольку. Ну вот перед вами открытый сабель. Это сейчас пусто здесь. А раньше он был заставлен несколько рядов. Потому что в том пролете собирались буксиры. Он поднимается. И снизу такая же опора, чтобы можно было развернуть эти тележки по рельсам, по поперечной рельсе. Они называют митичном. Конечно. Это проверяют. Конечно, менять надо реборку, надо колеса менять. Уже, потому что из нас умеют. Да, в советское время все это репетиция у нас менялась. Так, давайте, здесь встанем. Догоняйте. Что там стоит? Потому что щелкали как орешки. Вот. Это уже вот зачехленное орудие, танковые башни. А вот этот монитор уже, значит, имеет 100-миллиметровую пушку. Вот именно корабельную. Вот.
И, соответственно, спаренные пулеметы на ходовой рубке и на юбке. Ну и команда здесь вот тоже принимает. Вот это затон, помните, вот если кто в молодости, вот эта будочка, электробудка стояла на стрелке между затоковых тележек, это вот только когда они твердовозы начали делать. И еще кто знает, а нет, наверное, не знаете, был здесь озеро, значит, Пятачок называли мы его. Мы 1 мая всегда открывали сезон купания. Как раз он был на этой стрелке, а когда начало строительство нефть полностью, музей изготавливал очень большой труд, вложил Вадим, вот забыл еще отчество, Андреевский. Он был начальником механического, значит, замесательного музея. Сам научился изготавливать макеты, вот в основном эти, которые макеты буксиров, это его руками. В этом механическом цех вы видите, трансмиссия вся идет сверху. То есть за цехом стоял очень большой мощности электродвигатель. И автор приезжал в гости. Вот, пожалуйста, здесь как раз вот спускают на воду нефтепродовоз, но он уже коснулся воды, и все, но косяковые тележки еще не подняты. Он находится на них. Иногда бывало, а вот как раз вот эта стрелочка, видите, между двумя затонами. Вот как раз вот здесь вот строили, когда завод ВЕФ организовалась, строили первые суда. Диаметры не нарушилось, нужно очень аккуратно это делать. Вот Великая Россия, или как называют у нас этот протекст. Работы, собственно, и вот то, что вы видите на экране, это непосредственно съемки на судоверфи. Если вы обратите внимание вот на эти наши импровизированные столы, вы увидите очень интересные. Выставка сделана из материалов, которые происходят непосредственно с судозавода. Это обрезки от лазерной резки. То есть, с одной стороны, мы показываем возможности, да, современных технологий работы с металлом, когда Или грязи, да. Вот цветы из бетона грандиозные. Сельская художественная галерея, ДК Свердлова, Грамтеатр, библиотека имени Горького. Стали вот такие цветочки. Да,
Нет, сами это ходят с ними, мы делали причалы. У нас нет причалов. Мы делали причалы здесь на заводе. Ярослав, близко, не подходим к воде. Якорь, да. Можно вас попросить? А представьте, сколько силы надо. Вот в ту сторону, чтобы там видно было. Присаживайтесь. Не надо мне Икоря. Спаси Икоря. Давайте, давайте. Сейчас главное мне эпично не упасть. А где каска-то у мамы?